Солистка Ивановского музыкального театра Алена Смирнова впервые выступила сольно перед ивановцами. Большая концертная программа «Здесь хорошо» состояла из известных романсов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнила Валерия Сабурова, лауреат премии губернатора за личный вклад в развитие культуры. Музыкальный вечер состоялся в стенах филармонии. Сегодняшний концерт, он с одной стороны очень трепетный, волнительный, а с другой стороны очень легкий, обязательно с высоким нравственным подтекстом, эмоциональный. Всю душу вкладывает Алена вместе со своими соратниками в подготовку этого концерта. Ивановцы привыкли видеть Алену Смирнову на сцене областного музыкального театра. Благодаря сильному, красивому голосу и врожденной музыкальности ей удалось стать ведущей артисткой театра. На ивановской сцене она исполняет главную роль в оперетах «Сильва», «Марица», «Мистер Икс». Кроме того, Алена Смирнова выступает вместе со струнным ансамблем «Интермеццо» и солирует камерному оркестру Ивановской филармонии. Этот концерт, обещает Алена, не последний. Хотела сделать экскурс вообще по камерной и мировой музыке, то есть чтобы и по русской музыке пройти, по композиторам, по всем, и по французской, немецкой, итальянской. У меня очень большой камерный репертуар, и мне очень хочется в родном своем городе для людей сделать вот эту программу, для того, чтобы они познакомились с этой музыкой, потому что она вся замечательная. Исполнять за один вечер более 20 разных романсов подряд очень тяжело, признается Алена Смирнова. У каждого музыкального произведения свои особенности, своя драматургия. Но вокалистке очень хотелось устроить для ивановцев праздник настоящей живой музыки. И Алена Смирнова надеется, что это у нее получилось. По крайней мере, дважды артистке приходилось выходить на бис. Зрители аплодировали стоя. Любовь Почерникова, Андрей Семиолков, РТВ Иваново.